вот так вот у нас начинается супер тяжелая категория. И это уже, насколько я понимаю, профессиональные бои. Красный угол клетки приглашается боец из Украины. Приветствуйте, Юрий Горбенко. Ну, постоянный участник всех турниров практически, которые проводит Fight Star, Юрий Горбенко. Последний свой поединок проводил против Виталия Опарина, который выступает практически по всем видам единоборств. Победил, там какая-то травма была у Виталия, насколько я помню. Рекорд Юрия на настоящий момент 5 побед, 9 поражений, но если говорить, если верить Шардогу. Станислав Фомин выводит Юрия Горбенко. Юрий Горбенко выступает в разных категориях, он может и все, и в тяжелом весе биться, и в полутяжелом, поэтому всякие бывают у него победы, по-моему. Вот Вагап Ваджукян будет соперником Юрия Горбенко. Заминка случилась. Вагап, насколько я помню, предпочитает бороться. Ну а Юрий Горбенко предпочитает бить. То есть у нас классическое противостояние ударника и борца. Юрий Горбенко все-таки хочется отметить, он не боится сражаться ни с каким оппонентом. Он в тяжелом весе, я уже говорю, готов биться и полутяжелым. Так что на его бои всегда интересно смотреть. Итак, дамы и господа, представляем вам соперника в красном углу клетки. Бойцу 31 год, рост 180 сантиметров, вес 103 килограмма. Чемпион мира по кикбоксингу, чемпион мира по тайскому боксу и чемпион мира по кикджитсу из Энергетара, Украина. Юрий Горбенко участвовал в кубке телеканал «Боец», вышел в полуфинал, где проиграл Игорю Савельеву. Ему 35 лет, рост 180 сантиметров, вес 99,3 килограмма. Двукратный чемпион Европы по шитакан карате, двукратный чемпион мира по фулл-контакт кэмпо и призер чемпионата Европы по боевому самбо. Ну, странно, хоть объявляют... Объявляют Вахи Ваджукяна как ударника, но в тех боях, которых я видел, все-таки предпочитал он в партере оказывался. У Горбенко очень хорошие лоу-кики. Я думаю, что Ваджукян, если будет подставлять ногу, то почувствует это достаточно скоро. Сам, правда, он тоже начал свою атаку именно с лоу-кика, но... Длинный.
Но Юрия все-таки посильнее. Ух. Еще Лу, представителя Армении. Да, вот сейчас пытался снизу нанести удар Горбенко, но не прошел. Здорово поймал Горбенко ногу Ваджукяна и сейчас так навевает от души. Вот, успокоить пытается Юрий, он все-таки предпочитает, еще раз скажу, действовать стойки, и поэтому, конечно, то же самое ему напоминали его угловые. Опять ловит ногу Ваджукяна Горбенко и пытался перевести на стил ринга своего оппонента. Не уверен, кстати говоря, что зацепил. Сверху, по крайней мере, показалось, что камера сверху показала, что попадания не было. Вот Ваджукян хорошо начал с левого бокового и решил вот перейти, пройти в ноги. В итоге все-таки получилось у него. Если отпустит ногу, то может и не выйти как раз таки. В маунте оказался Ваджукян. Сейчас в удобном положении Ваджукяна и может просто может попробовать добить. Горбенко зря ползет в клетки. Это может стоить результата в этом поединке. Хорошо привязался сейчас, прицепился, да, Юрий Горбенко. Юра, ногу скинь, под него просунь. Юра, под него ногу просунь. Что сейчас делает рефери? Поднимает бойцу. Дистанции действительно хорошо работает Горбенко. Вот здорово снизу попал Юрий. Неплохо. И вот Ваджукян правильно отбросил идею состязаться с Горбенко в стойке. Сюда в стойке и решил попробовать перевести в партер, но уже раунд был завершен.
уже снизу здорово попал Горбенко. Что можно посоветовать? Наверное, вот Жукяну стоит посоветовать не пытаться состязаться в стойке с Горбенко, ну а Юрию, в свою очередь, не лезть лишний раз в парт. Все просто, конечно. Единственное, просто точнее объяснить, тяжело об этом рассказать. Жукян, по-моему, немножко что-то уже не так активно действует. Юрий сейчас может перехватить инициативу. Вот, к сожалению, у нас снова пропала картинка, но вот она уже вернулась. Ох, как хитро хотел ударить вот Жукян, ну а Юрий, воспользовавшись случаем, с удовольствием подбивает ноги. Ох, как здорово. Жукян вернулся в стойку. Надо вот ему активность эту проявить еще и в бою. Хотя, мне кажется, много сил потратил этим подъемом. Ну, Горбенко ощутимо прибавил в весе, 103 килограмма. Ну, здорово сейчас вот Жукян пошел в ноги. И оказался в маунте, причем произошло это в центре ринга. Вот так вот Юрий, в принципе, бой, который, казалось бы, шел к его победе по очкам, может сейчас и проиграть. Жукян хорошо работает в добивании. Пытался пойти на болевой, но, по-моему, не получится у него. Но мы узнаем об этом через несколько секунд, я надеюсь. Вот здорово, вот Жукян выиграл этот поединок, сделав классический армбар, болевой на руку. И Юрий Горбенко, в принципе, неплохо складывающийся поединок, в итоге проиграл.
Ну, Горбенко всегда не особо отличается умениями в партере. И сейчас в очередной раз мы убедились, что действительно надо, есть куда, есть над чем ему работать. Поздравляем Вагам Ваджукяна, хорошо он воспользовался возможностью и провел болевой прием. И чемпиона СССР, чемпиона России, чемпиона Европы, чемпиона мира и олимпийского чемпиона по боксу Александра Левзяка.